Сейчас попробую подключить к Мерседесу. Наверное, самое бюджетное J25-4 устройство. Это адаптер для Toyota. Toyota Mini VCI. И попробую его в деле. Сколько блоков увидит, как быстро будет работать, ну и прочее. Зажигание. Здесь запустили диагностику. Ну, как любое J25-4 устройство, да, статус зажигания он не видит, поэтому нужно выбрать вручную. Работает достаточно медленно. SD Connect уже определил бы все. Сейчас тестируем на актуальной версии Xcentry 07/2019. На ней пока ничего нет. Работает долго. До этого мы Scanmatic подключали. Scanmatic работал шустрее. Ну, здесь можно сделать скидку, конечно, на стоимость устройства самого. Честно говоря, раньше я не подключал его, поэтому VIN-номер вычитал. Поэтому нет вообще уверенности, что он прочитает и прочитает ли вообще. VIN-номер определился, машину идентифицировал. Так, конфигурация автомобиля почему-то спрашивает. На других устройствах он не спрашивал. Всего в данном автомобиле 41 блок. Scanmatic увидел 41 блок. Ну и SD Connect к Xcentry VCI, то есть ровно столько же видит. Интересно, сколько видит мини VCI. Сейчас запустим короткий тест и посмотрим. Так, блоки идентифицировал. Запустим короткий тест.
Да, очень долго. То есть получается, мини-ВЦИ видит всего 20 блоков из 41. Поэтому, наверное, данный прибор не очень-то подойдет для диагностики Mercedes. Пока я даже почему-то не увидел блок управления двигателем. Да, коробку он видит. А двигателя нету. Наверное, честно говоря, дальше тестировать смысла особо и нету. Сейчас посмотрим в коробку, что он нас покажет. Да, связь устанавливается долго. Идентификатор я прочитал. Кода ошибок не видит. Интересно, здесь доступно нам. Ну, да. Можно сделать даже адаптацию коробки. Но, к сожалению, только 20 блоков. Всего 41, даже получается меньше половины блоков только видит.